Свобода это вообще, ну не всем она нужна просто. Я думаю, что желание быть свободными людьми, оно дано, ну я не знаю, ну 10% человечества, не больше, думаю, что даже меньше. А так свобода это ужасная штука, потому что не знаешь, куда себя девать. Попадаешь в пустыню собственного мира, надо что-то делать, надо что-то предпринимать. И вот это все, так сказать, феномены свободы. Феномены свободы это ответственность чудовищная. А самое главное, что тебе никто не говорит, что тебе делать. Ты должен сам делать. Не, свобода — это очень сложная штука, нагрузка. Но, по счастью, свободы вообще у человека очень мало. Мы все живем на поводке. В сущности, свобода — это размер длины нашего поводка. Семья, работа, долг. Был такой стишок, знаете, везде долги: мужской, супружеский, гражданский, родственный и дружеский, долг чести, совести, пера и кредитора до хера. Так что со свободой тяжело очень. И она не нужна абсолютному большинству людей.